На сегодняшний день в 11 ГКБ находится два пострадавших в результате огнестрельного нападения. Один больной в удовлетворительном состоянии, находится в профильном отделении. Второй больной, у него наблюдается положительная динамика. Удалось сохранить жизненно важные органы. И в настоящий момент решается вопрос о переведении из реанимации в профильное отделение. На сегодняшний момент все вопросы решены по медицинскому обеспечению данных пациентов.